Сложно ли сделать такую собачку? Сначала я придумала образ и сконструировала выкройку. Затем сшила каждую деталь. Это тело, голова, уши, хвост и все четыре лапки. Затем нужно было все вывернуть. Так как лапы тонкие, пришлось постараться. Помогла трубочка для коктейлей. Крепиться к телу лапы и голова будет на шплинтовое соединение. В каждую лапу нужно вставить конструкцию из шплинта и диска нужного размера. Теперь каждую лапу и голову я набиваю натуральными древесными опилками. Когда все детали готовы, это лапы и голова, я креплю их к телу. Каждый шплинт нужно туго закрутить, чтобы лапки не болтались, а надежно соединились с телом. Для утяжеления насыпаю в тело разный гранулят. И вот собачка готова. А легко или сложно ее сделать, вы можете узнать сами, придя ко мне на мастер-класс.